Серьезное возгорание в Дзержинске на одном из химических предприятий на Оргстекле. Сегодня днем огромный столб дыма поднялся над этим предприятием. Дым был виден практически из любой точки Дзержинска. Как сообщили в МЧС, пострадали 2 человека. Дым был оттуда, куда вам вообще? Много дыма-то было? Нет, чуть-чуть, но даже 2-3 минуты даже не было, все было. Горело где-то дальше, пожарные машины ехали. Небольшое заброшенное здание. Градирник горел. Градирник, металлолом ее резали. Мы не знаем, мы же отсюда никуда не выходим. А уже потушили, мы выйдем, выезжаем? Потушили. Кстати, какие-либо подробные комментарии на заводе Оргстекло нам предоставить отказались.